Осудили челябинку, которая привезла в регион средства для похудения с опасным веществом. Свободная продажа товаров с этим препаратом в России запрещена. Установлено, что дама купила вещество в Казахстане. Часть продала своей знакомой в январе 2019-го. Оставшееся хранила у себя. Поймали контрабандистку в аэропорту. Она пыталась провести запрещенное вещество через границу Российской Федерации на территорию Азербайджана. В Челябинске суд приговорил женщину к 4 годам условного заключения.